Привет, прогрессивный народ. Это истинный следователь. Хочу вам показать, что работы не ведутся на трамвайном пути. Я уже снимал здесь ролик, уже давно, прошло пару месяцев. Видите, они огородили и ничего не делают. То есть делают как-то днем, там по несколько часов. Такими темпами никогда, как я сказал, уже ничего не починят. Потому что хотя бы вот эта улица Бухарестская, она длинная, несколько километров, представляете, если вот такими кусочками чинить, то никогда и не дождешься.